если крестик нужен, если крестик не лишний, то есть строчка или столбец, в которых он расположен, где ничего, кроме этого крестика, нет. Да, конечно. Всего 15 крестиков, поэтому должно быть 15 строк и столбцов какие-то отмечены. Да. Ну пусть, например, 8 столбцов и 7 строк. Ну, во-первых, может быть, все-таки 16, может быть, все отмечены, потому что какой-то крестик мог находиться таким образом, что в его строке и в его столбце нет ничего. Ну, выберем одну из... Да, ну, тогда, то есть, отмеченных либо 15, либо 16. Да, ну, например, пусть отмеченные все строки. Все строки. Тогда в каждом из них есть крестик. Плохо. Тебе нужно не это. Заметьте, ребята, это задача по русскому языку. Если отмечены все строки, то, что ты хотел сказать? В каждой строке есть крестик. Нет. Хотел не это сказать. Что такое отмеченная строка? В каждой строке есть ровно один крестик. Абсолютно верно. В отмеченной строке не более одного крестика. На самом деле ровно один. И что это значит? Значит, во всей таблице ровно 8 отмеченных крестиков. Пусть отмечены все строки. Это значит, что в каждой из них ровно один крестик. И значит, всего крестиков на доске? Всего крестиков на доске 8. А их на самом деле больше. Их 15. Так, отлично, спасибо.